Здравствуйте, друзья! Сегодня порисуем гуашью с вами. Зимний пейзаж. Захотелось мне зимы, надоела жара, надоело лето. Ну и зима у нас будет с теплыми оттенками, летними, так скажем. Все-таки будет дышать теплотой. Берем гуашь теплых оттенков синего. И начинаем прокрывать наше небо. Прокрываем все. И ждем, пока подсохнет. Итак, продолжаем. Все подсохло. И развела я коричневый цвет, такой навела. Буду делать домик. Ой, капнуло, ничего страшного. Так, берем кисть потоньше, потоньше. Так, сейчас. Домик довольно-таки большой. Так, вот сейчас наметим побледнее. Вот так он будет у нас стоять. Здесь будет сугроб. Вот так вот. Сразу окошко наметим. Большое. И здесь большое окошко. Это декоративный пейзаж, как вы уже понимаете. Поэтому не буду я там делать его как-то в перспективу. Ну, особо. Там можно немножечко как-то обозначить крышу. Вот эту стенку. Все. Все, подсохнет, добавим детали, еще уплотним. Больше красноты можно сюда сделать. К ставням. Также добавим желтизны от света, который изливается из дома у нас. Эту же желтизну можно добавить вот сюда. Вот так вот. Так. Верхняя также. Сразу делаем его светлым. Здесь желтый с белилами, чтобы побледнее немножечко было. Так. Ничего страшного, что здесь потекло.
Все, подвымокали. Так, и делаем деревья. Елки. Также все у нас будет синих оттенков. Дома также. Здесь будет большая за край, у края, так скажем. Подсохнет, добавим белил. Это тоже немного подсохло, можно в нее добавить. Хотя гуашь, конечно, долго сохнет. Так, не до конца. Еще добавляем голубизны. Подтемнили эту. Она такая будет короткая, но широкая. Еще подтемняем, чтобы они при высыхании не терялись. Все. Теперь также снег на крыше. Сначала синевой. Здесь на кошком на ставеньке лежит. Здесь вот. Так. Теперь уже белилами. Так вот свисает. Вот. Делаем сугробы. Сейчас еще в елочку чуть-чуть добавлю.
с голубым смешиваются белила. Получаются разные оттенки. Также в эту елку добавляем. Сюда чуть-чуть желтизны. Это свет от окошка. Так, неравномерно. Свет, льющийся из окна. Уплотняем где-то снег, делаем где-то тень. Разгоняем с белилами краску. Так, хочу еще в дом добавить. Намека. На доски. Какие-то неровности в них. Делаю форточку. Здесь вот такую форму окошку. Еще уплотняем. Все. Теперь хоть какая-то структурность у домика появилась. Делаем также легкие очертания, вот как здесь сделали вот эту елку. Еще немножечко. Пусть она там будет бледнее, естественно, это выступает на передний план, она ярче. Вот так. Еще делаем елочки. Такой пейзаж легкий, в принципе, с детьми можно его делать. Уже с младшими школьниками, либо дошкольная группа. Почему бы нет? Помогать, конечно, вместе с детками. Вот такой вот несложный. Там еще елочки вдалеке. Здесь у дома можно сделать фонарик. Делаем коричневый. Темный.
Все-таки черный не хочу брать, хоть это и декоративка, я не люблю черный. Здесь чуть-чуть раму уплотнили. Так. Там он немножко как бы за елкой, и в то же время около дома. Из-за дома, то есть. Тут будет освещать. Берем желтый. Поярче. Вокруг такой свет заливает. Сказочно. Сказочный свет. Также от фонарика отходят блики. Свет. Вот так. И также на нем где-то лежит снежок. С какой стороны сделаем? Ну, можно сделать с левой. Чуть подтемняем эту сторону. Добавляем еще того, что у нас высохло и исчезло, так скажем, при высыхании. Все. Немножечко еще в эту елочку хочу добавить. Сюда, наоборот, затемняю вот эту. Структурности добавляем. Эту также. Все, которые ближе, подтемняем. Так, по сказочному. Эти оставляем. Добавили сукропчиков. И хочется на небе сделать снег идущий. Можно, в принципе, делать его набрызгом, а можно сделать такие крупные просто от руки снежинки.
запустить. Вот так. Все. Наш зимний пейзаж готов. Декоративно рисуйте вместе с детками. Радуйтесь. Лету, хочется сказать. И ждите зимы. Всего хорошего. До свидания.